Приветствую строителей на канале. Сегодня я расскажу, как готовить раствор для классической стяжки. Марка раствора М100 достаточно для того, чтобы по ней ходить, либо что-то на нее ставить. Если вы планируете ездить автомобилем по такой стяжке, надо делать раствор марки М200. Ну, я специально не буду включать мешалку, потому что она очень шумная. Я просто расскажу, как делаю это я. В емкость бетономешалки заливается с такого поливочного пистолета вода. Где-то приблизительно пятая часть бетономешалки. Далее в эту воду засыпается 3 жмени небольшеньких фибры для укрепления стяжки. Включается бетономешалка и работает вода с фиброй порядка 2-3 минут. Далее засыпаем Портланд цемент. Я использую 2 вида цемента. Один цемент, вот этот, с процентным содержанием добавок 20%. И также использую чистый Портланд цемент. Оба цемента марки М500. Значит, работает у нас мешалка. Засыпается цемент. Я использую треть вот этого мешка 25-килограммового. Засыпаю сюда. Ошибкой будет, если сразу смешать цемент, песок, потом заливать воду, либо наоборот песок с водой, добавлять цемент. Именно сначала вода мешается с цементом. Наступали уже на эти грабли, чтобы вы не наступали, размешивайте раствор правильно. Вода, фибра, цемент, а потом только песок. Ну, то есть засыпали, грубо говоря, третью часть пакета цемента и добавили песок. Песок я буду добавлять в 2 таких вот выворки по 25 килограмм. Песок добавляется желательно равномерно. То есть сначала, допустим, половину выворки, минутку помешали, еще половину, еще половину, еще половину. Иногда надо сделать все быстро. Засыпается сразу целое ведро песка. Он крутится, крутится пару минут. Засыпается второе ведро. И то же самое, крутится, крутится пару минут. Густоту мы корректируем водой. Сейчас я видео поставлю на паузу. Раствор замешали. Ведерко нальем. Посмотрим консистенцию этого раствора. Вот такой он густоватый. То есть он не текучий. Текучесть у него и подвижность слабая. Вот, добавляем. Помощник сейчас добавит, одному неудобно. И стягиваем правилом. Еще раз повторюсь, основной принцип
раствор замешивается в последовательности: вода, цемент и песок. Можно фибру добавлять, это где-то перед цементом либо после цемента, но не нарушать последовательность: вода, цемент, песок. Получаем раствор М100, если соблюсти приблизительно пропорцию: треть мешка цемента 25-килограммового и две выборки по 20 килограмм. Щебень мы не используем, нам незачем. Вот так замешивается раствор для стяжки.